την Σανεγκριστή και το Ασθενιστικό. Свечки, а потом сфотографируемся, да? Как вы видите, мечта продолжает реализовываться. Опять хотим в Париж. Ну что, загадаем желание и задуем вместе. На счет раз, два, три. Загадали желание. Раз, два, три. Все должны сделать фотографию. Все гости, давайте. Все выходят. Все сюда. А теперь все примкнувшие, все родственники, друзья, близкие, любимые, родные, все вместе. Большую фотографию. Тёма сказал, что уходит все родняки. Можно даже зайти к нам сюда повыше на ступеньку, если кто-то хочет. Если когда-нибудь вы вдруг
сюда посмотрите кто-нибудь? Хоть один. Давайте, ребят, сюда. Иначе фотографии не получится. О! О! Вот это я понимаю. Ребята, что-то много этих фотографов. Вы меняетесь, меняйтесь местами. Давайте. Чтобы все гости должны вместиться. Миш, так, я могу, вы можете секунду все сюда посмотреть? Да. Первая фотография, гайз. План у нас уже есть. It's okay. Давайте, давайте. Дима. Я вам покажу, что это такое. Окей. Okay.
Итак, Клоус. Шикарных ресторан, кафе и балаган. Суровым электричеством. Гремят, свинят стаканы, танцуют обезьян, уродами вырастянут из руки. А я больной и старый, зову их под я, и сыплю им шампанское из плеки. А когда наступит утро, и я иду бульвар, уходит музыка, и елка догорела до конца. Не слышно больше речь, окей, гаснет свеч, а я уж не могу поднять лица. Уже не гремят бока, танцуют обезьяны, уродами вырастянуты из руки. А когда с подушей тихо спрыгнет ангел жёлт, скажет мне маэстро, бедный, по устал, вы выпали. Говорят, что мы при таким, как ты у Артема и Рубена, для тебя тоже есть сладенький вкусный тортик. Ваши аплодисменты!
сейчас все лежат за Леной и желанием. А, мы обзаем. Сережа, где твой папа? Ну что ж, загадываем желание. У нас есть пару минут вот сфотографироваться. Может быть, просто давайте сначала свечку задумаем. Да, сначала Сереженька. Сережа, ты готов? Желание загадал? Давай, на счет раз, два, три. А мы все поможем и еще раз споем. Папа помогает. One, two, three. Кто желает, да, пожалуйста, Сережу с этим прекрасным... Полный мешок с денег. Вот так вот. Пауза прозвучала, красивая фраза. Так, мы делаем большой свет, и все фотографируются. Кто фотографируется? Все фотографируются. Сережа, собирай всех твоих друзей и фотографируйся. Вторую свету. Давай. Ты всех прям прибавляешь. Давайте. Гайс, обнимайтесь все. Все обнимайтесь. 3-4. Что-то не то сказал. Еще одну. Музыка закончилась. Как раз все то, просто пауза получилась музыкальная. Продолжаем. Очень громко получилось. Селфи. Лабитаки селфи. Красивая женщина. We'll be right back.
самое лучшее, естественно, от сердца. И в том сердце и в той дружбе, которая нас соединяет, я представь, что я сижу рядом и все это тебе говорю в лайфе. Мой юный друг. Юный почему? Потому что ты родился немножко позже, чем я. Ну ничего, все бывает. Я хочу тебя поздравить, я хочу тебе пожелать всего самого наилучшего. Почему? Потому что ты очень хороший человек. Ты добросовестный, ты преданный, ты один. Вот сейчас, наверное, мерзнем, ты сюда там в Америке. Мы тоже тут мерзнем, у нас похолодание стало плюс 31, мы уже мерзнем, замерзаем, не знаем, куда себя деть, но что поделать, зима, иногда такое бывает. В принципе, для чего этот репортаж снят? Мы хотели поздравить нашего друга с днем рождения, пожелать ему счастья, здоровья. Ты меня понял. Что все, с днем рождения, счастья, здоровья, успехов во всем и всегда. Исполнение желаний и всего самого наилучшего. С днем рождения, счастья, здоровья, светла, исполнение всего. Любимый братик, поздравляю тебя с днем рождения. Где мама? Вика, Вика. Люблю, целую, ма. Желаю тебе счастья, удачи в жизни. Остальные буду я. Спасибо! Который весь мир знает. Весь мир. Африканцы, никарагуанцы, ранцы, коньяканцы, джагинанцы. Итак, поехали. Поехали. Все, домой. Метасадарыски дакса. Узилолуджис халаси. Σκορεν τη σε τη ρογοροσχένεια. Να ιερε μητσάρε σου, να γκρε μητσάρε χάσου, κι αγαρασα μητσέ μογοσχένεια. Τμήνισο, ψήσου τα μάτα Hazai, Haro!